Всем привет, с вами Арсений, магазин Тупэмп и видеообзор товара, представленного в нашем интернет-магазине российского производства по самой низкой цене. Это у нас аксессуары для установки тента на лодку ПВХ. Вот. Что у нас есть, что у нас представлено в магазине? Первое, это у нас шайба. Шайба у нас идет для крепления стоек. Алюминиевые стойки, как правило, используются, внешний диаметр 22, внутренний 18. Шайба у нас идет, как видите, с прорезью. И сюда нам понадобится вставить вот такой наконечник, который вставляется у нас во внутреннюю трубу алюминиевую диаметром внешним 22, внутренним 18. Как видим, наконечник у нас сюда встал. И после чего можно будет его фиксировать винтом и гайкой, которые в комплектации не идут, хочу сразу сказать. Но такой болт вы всегда сможете приобрести в любом хозяйственном магазине. Что еще может понадобиться для установки тента, если вы его решили сделать самостоятельно? Естественно, это хомут. Хомут с внутренним диаметром на 22 миллиметра, который вам понадобится, если вы соберетесь устанавливать тент. То есть здесь у нас ставится все тот же винт с гайкой, вот, и зажимается все это. Можете спокойно нарастить, увеличить, прикрутить, притянуть. Далее еще один элемент — это крючок для тента лодки ПВХ. Как видите, он крепится у нас на специальный привальный брус, либо за другие элементы. Внутреннее отверстие у нас 6 мм. Такой крючок понадобится для носовых тентов, да и для любых тентов, которые будут опускаться до уровня борта лодки, где вы сможете спокойно зацепить данным крючком вот ваш тент. В общем, товар есть у нас в магазине, есть у нас всегда. Цены на этот товар у нас самые низкие. Обращайтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Рекомендую.